Вот, хожу здесь по лесу, ищу дрова, все мокрое, вот, и какой-то пар идет изо рта. В самом деле у нас там все хорошо, очень даже неплохо, все довольны, даже там, даже мясо смогли сделать без этого, без всяких решеток, я забыл решетку. Какой-то снежок, что ли, идет. Вообще, очень, очень интересный такой день рождения. Тут реально. А в начале было что-то очень странное. То есть я такой пришел и вообще не могу понять. Так темно, вообще хоть глаз выколи. И места я не узнаю, и столика того нету во враге. Такой, что такое делать? Так, знаете, так было вот и одиноко. Прям пипец, вот захотелось уйти домой, никто не пришел. Там два человека должны были, как бы друзья. Один там что-то почему-то сделал, другую, скажем так, какие-то другие мероприятия выбрал. Для меня это странно, но это не важно, на самом деле, это его личное дело. Другой там тоже, как бы это, как сказать-то. Ну, другой там, понятно, что он не здесь живет. Ну, это было там завтра на работу утром, как бы. Я такой думаю, что здесь вообще делаю, здесь страшно. Что-то там как скрипнуло, я такой, давай смотреть. И как бы, ну, такой, думаю, блин. Такой, думаю, нормально. Как там? Девки пляшут. Ну, кстати, девушки сплясали. Я вообще такой. Поздравление с днем рождения. Я, кстати, дрова ищу. Отвлекся на это видео, на блогинг. Вот этот. Я вот это, да, там уже что-то подснимал. Там. Это, кстати, нормальная деревяшечка. Ее можно подломать. Она нормально в костер пойдет, не такая толстая. И как бы она похожа на сухую. Ну, так ее ломаем. Топор я, к сожалению, не нашел. Не было время. Один топор я отдал этому Заку пока, да, американцу. К сожалению, он это сегодня что-то слился. Но это не важно. Как это сказать-то? Пути Господни, они вообще-то неисповедимы. И, знаете, как сказать-то, все равно, как, ну, трудно. Не буду говорить то, что я думаю, но если ты в своем каком-то внутреннем мире чист, так сказать, в действиях и в чем-то, то есть как бы без всяких там дефектов, то почему-то часто тебе как-то сопутствует какая-то странная удача. Потому что я, например, вот нашел эту катану сегодня вот здесь. Просто шел, вот так искал дрова в темноте и смотрю, лежит катана. Ну, деревянная такая. Для кендо такой, думаю, блин, классный подарок на день рождения. Кстати, вот тоже вроде неплохое деревце. Блин, надо его как-то аккуратно взять. Ну и теперь уже можно идти к костру. Оно более сырое, но более тяжелое. Ну, нормально. Вдруг что-нибудь лучше найду. Вот так мы живем здесь, в Сибири. Мы, как сказать, такие там, не знаю, я просто благодарен тем людям, которые пришли на мой день рождения в лес. Как сказать? Это ценно. Внимание ценно. Кто не пришел, ну, как сказать, это их личная жизнь, личное дело. Вот так. Сейчас такое видео снимаю. Я не знаю, если кто-то это будет смотреть. Пожалуйста. Как сказать-то, не думаю, что все не так уж и плохо. Все мокрое в самом-то деле. Видите? Мох? Да, это не мох, это лишайник.
Я же учил это в биологии в школе. В самом деле сейчас очень хорошо в лесу. Я вообще не понял, почему пошел снег вдруг. Потому что это реально маленький снежочек. Он сейчас накрапывает. Сначала дождичек пошел, а потом он сейчас вот прям видно этот снежок. Снежок. Там, кстати, был прикол у нас. Ладно, я расскажу, пока иду. Пока как бы есть запас. Может быть, интересно. То есть я такой, давай. Я решил, что стояла замедленная съемка, и решил проверить видео, которое я записывал у костра. Ну, чтобы выложить, в принципе. Ну, там вопросы интересные обсуждались по поводу детей, алиментов. Так, а где они вообще? Ну, там где-то должны быть. Костра не вижу. Но это не важно. Ну, в общем, давай. А, вон там все вижу. Вон они там. Наши ребята. Ничего себе, пар идет какой. Походу холодает, однако. В общем, короче, я включил это видео посмотреть. И оно заговорило в колонку, в Bluetooth громко. И девчонки как закричали. Блин. Я сам испугался от их крика. Короче, я решил тоже, что-то случилось, куда близко подошел. Это было интересно и смешно. Так что... Ну, как-то вот так. Вот. Вот мы нашим маленьким алкоголем море. Люди, ну, людям помню, весело. Шибко, мясо едят. Ладно. У нас очень хорошие эти, как сказать, очень хорошие. Да я так заканчиваю видео. Что там упало? Понял. А вот она катана, кстати, про которую я только что рассказывал. Вот она. Вот она. Теперь можно рубить врага налево и направо. Нам повезло, что он нет врага.